Так, 14 июля опять продолжаем бегать. Сегодня у нас только 4 человека. Видимо, все остальные испугались погоды, но погода нас не останавливает. Главное двигаться, двигаться вперед. Побежали! Ах, это нет, опоздавший Антон присоединился. В общем, сегодня у нас 5 человек. Ого. Антоха, давай. Первое падение. Ну, 8,5 мы по-любому сделаем. Решили уйти еще на небольшой круг, чтобы была 70-ка. У нас тут Серега отстал, ждет нас, бок заболел. Всем спорт. Так, Серж Горелый к нам присоединился. Шестьсот за 1:06. Ну, нормально. В принципе, я считаю. Так. Бегайте, друзья. Это, как говорится, спорт не только вдохновляет, но и объединяет.